Я не знаю, почему решил Блаттер уйти. Сегодня просто информация, что он никуда не уходит. К каким-то последствиям приведет, я тоже не знаю. Знаю только одно, что чемпионат мира 2018 года по футболу мы проведем, и проведем блестяще. Осталось самое малое – блестяще сыграть на этом здорово проведенном чемпионате. И в этом смысле работа ведется. Надеюсь, что тренер, который будет нашу сборную вести к этой блестящей игре, не станет носить фамилию Капелло.